Глеб Никитин назначил Артема Ефремова советником губернатора Нижегородской области на общественных началах. Пост министра спорта Нижегородской области Артем Ефремов покидает по собственному желанию 29 апреля. Губернатор отметил, что задачей Артема Ефремова на посту советника на общественных началах станет консультирование по вопросам работы спортивных учреждений в районах области и реализации проектов по развитию массового спорта на их базе. Губернатор Нижегородской области добавил, что Артем Ефремов в статусе советника будет давать рекомендации по вопросам реализации проекта создания единой дирекции по управлению спортивными объектами. Артем Ефремов работал в должности министра спорта Нижегородской области с 29 апреля 2020 года.